Добрый день. Сегодня анбоксинг монитора. Все-таки приобрел эту штуку. И вот начинаем скрывать. На ужас тугая коробка. Все-таки расковыряем как не то. Нравится название. Хотя оно АОК, но а они пишут так, что я теперь думаю из фольги вырезать мягкий знак и наклеить на монитор. Пускай будет лось. Как-то поприличней звучать будет. Вскрыли. Так, что у нас тут? Диск с программами и звуковой кабель DVI, кабель DSAP, ножка, кабель питания. Сейчас выковырю сам монитор. Пенопласт в него накидали. Ужас. Ну вот и сам мониторчик. Ножку вставляем в подставку. Монитор в ножку. Ну вот, собственно, вот так он и выглядит, мой новый лось. Старый, к сожалению, сгорел. Ну, ничего страшного. Теперь будет новый. И продолжим дальше лазить по интернету на большом телефоне. А то за ту неделю, что сидел без компьютера, как-то даже немного скучно стало. С телефона все это мало. Ну и сейчас еще видите местами кота, любопытную зверюшку, которую всегда надо куда-то залезть, и тогда, когда его не просят. Кстати, кто знает, какой кабель лучше? DVI или DSAP? У меня раньше всегда были мониторы с DSAP. Сейчас попробую подключить DVI. Ну, не знаю. Какие отличия вообще есть? Какой лучше? Может, передач цвета или еще какая-нибудь ерунда. Чем-то они должны отличаться. Ладно, пишите в ответы, в комментариях, там, где увидите этот ролик.